Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net, страница 18, упражнение номер 3. Решил уравнение 8 умножить на х равно 24. В этом уравнении у нас неизвестен второй множитель. Чтобы его узнать, произведение 24 разделим на известный множитель 8. При делении 24 на 8 получается 3. Проверяем вместо х, подставляем 3. У нас получается 8 умножить на 3 равно 24. При умножении 8 на 3 получается 24. 24 равно 24. Значит, уравнение решено верно. 32 разделить на х равно 8. В этом уравнении у нас неизвестен делитель. Чтобы узнать, делимое 32 разделим на частное 8. При делении 32 на 8 получается 4. Проверяем, подставляем вместо х 4, у нас получается 32 разделить на 4 равно 8. При делении 32 на 4 получается 8. 8 равно 8. Уравнение решено верно. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.